Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео носит чисто информационный характер. Мое видео по буксу без вложений, по сбору Ripple, трафик AD Blast. Значит, я проверила этот букс на вывод. Все замечательно, платит. Я вывела отсюда 2 Ripple с копейком. Так, History. Значит, 2.46, переходим на почту. Вот Binance, 2.46, вывод пришел. Вывод пришел мне через 6-7 дней, так, через неделю, скажем так. Я привыкла, что мне, я как собираю, да, этот Ripple, мне вывод быстро приходит. Но здесь вот заняло неделю. Значит, далее что хочу сказать. Сначала нужно... Вот здесь у вас как бы галочка стоит, вот где логин. Нажимается сеттинг. Нужно прописать в настройках свой Ripple кошелек. Значит, нажимаете Payment. Сюда прописываете адрес, сюда тег. Я выводила на Binance. Где брать вот этот адрес? Значит, вот у меня 7 монет здесь. Это биткоин сатошек у меня... 70 тысяч сатошиков. Значит, вот здесь нажимаете на депозит. Ссылочку от биржи также я оставлю вам под видео. Значит, ну, вот здесь нажимаете на галочку, на красную вкладочку, у вас генерируется номер ваш. Вот этот номер копируете, вставляете вот сюда. Далее. И вот этот... Так, вот этот так, тоже вот эти цифры вы копируете и вставляете сюда. Здесь у вас будет окошечко маленькое, вам на почту придет письмо с пин-кодом. Копируете этот код, нажимаете «Сохранить». А при выводе, когда вы будете выводить уже, значит, сейчас покажу Биндрав. Минимум на вывод первый раз 1 Ripple. Сейчас здесь походу поднимается. Мне уже 2 Ripple выводить. Комиссию они берут 2%. Так, а здесь вот у вас уже адрес будет прописан. Вставляете сколько монет. Ну, вот, если минимум 1 монета. Сюда уже вставляете пин-код, который указывали при регистрации. Свой личный пин-код. Нажимаете Виндрав и выводите монетку. Через недельку вам придут монетки. Значит, на чем я здесь зарабатываю? Зарабатываю я в основном на ПТС кэшлинке, я просматриваю. И еще видео. Видео тут с YouTube. Видео зачисляется в поинтах. Так вот, поинты. У меня 23 поинта. Нажимаете на видео, просматриваете несколько секунд. Вот здесь появится зеленая надпись. То, что монетки вам начислились. Эти поинты потом мы переводим. Я перевожу на основной баланс. Вот здесь money нажимаю. Трансфер. Вот здесь нажимаю поинты. И сюда вставляю сумму. Вот у меня на данный момент 23 поинта. Сюда вот сумму. Нажимаю трансфер. И они у меня переходят на майн баланс. И здесь вот ниже. Вот у меня 23 поинта. Сколько у меня? 0.023 поинта. Ой, XRP. Ну, в принципе, как бы и все такое я вам сказала. Есть здесь внутри, ну, вот внутри этого букса чат. Вот. Здесь присутствует админ, люди общаются. Здесь я как бы русского и таких украинский, белорусский, Казахстан. Я не вижу таких флагов. Здесь все как бы иностранцы. Ну, здесь присутствует администратор и как бы отвечает на вопросы, если будут вопросы. Я как бы тут немножечко не собирала, потому как я уже сказала, я привыкла, что мне платят быстро. Я как собираю
Ripple. Мне буквально за несколько минут на биржу приходят монеты. Ну а тут вот занимает неделя. Они, видно, проверяют кабинет, смотрят, как что. Вот. И потом уже приходят. Ну, в принципе, я все сказала, показала. Ссылочку на биржу, если кому надо, я оставлю в описании. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!